Так, я хочу пожарить сейчас блины. Тоже я говорила, что все время, забываю про них. Котлеты жарим, а блины забыла, что они лежат, вылетают из головы. Мама еще не пришла. Это пока вот ее не было, я сняла видео. Я забыла сказать, что я одна. Я сняла видео, смонтировала там, что нужно. Даже в группу играла. В общем, я захотела кушать. Сейчас хочу пожарить блины. Вот, я пожарю, наверное, одну котлету и один блинчик. Не знаю, на маму жарить или нет. Наверное, она придет, может быть, сама пожарить, или тоже на нее пожарить, не знаю. Так, сейчас я достану. Вот, блинчик. Ой, это маленький, вот. Вот это с печенью. С творогом, наверное, не буду жарить. Я вот такую одну хочу. Вот это тут начинка, какие-то котлеты, они там что-то лучок, лук и... Ну, в общем, маслица сказали так. Вот, пока все. Так, сейчас я масло налью. Думаю, хватит. Вот такая котлета. Ложу ее. Так вот котлету. Блинчики. Так, сейчас я включу газ и буду жарить. Вот, я пожарила блины. Останется маме. Но я вряд ли столько съем. Я один, наверное, и один блинчик и котлетку съем, и все. И вот мой обед. Вот, сейчас покажу котлетку. Вот тут ветчина. И вот эта вот оболочка, это куриное мясо и сыр. И блинчик. Вот. Просто мы ничего не готовили, и так получилось. Вот, мы купили блины, и я очень хочу как раз блинов поесть. Так, мама наконец приехала, я пока тут снимала видео, на гитаре играла. Потом все покажу, смонтирую. Мама приехала с магазина, купила продуктов. На сумке, наверное, сумки 4 притащили. Вот, немножко сладости мне взяла. Вот такие конфеты. Вот такие мы брали. Такие тоже я ела, но такие еще мы не брали. Вот, я сейчас покажу, что тут. Я взяла еще вот удобный. Вот, рог такой. Я думала, такое ощущение, можно что... Можно спутать продукты с мылом. Похоже немножко на мыло. Смотрите. Вот, короче, сырок такой. Вот. Йогурт. Вот этот йогурт очень вкусный. Очень-очень. Хотя есть. И вот ванильный сырок. Это мама их любит. Так, вот такой сырок. Это завтракать. Такой вот коктейль. Батарейка. Место кончается, точнее, место последнее в фотоаппарате. Ванильный. Один я уже такой сейчас съела.
Нет, наверное, мама выпьет, не знаю, если захочет. Еще такой вот йогурт, этот, точнее, это йогурт, этот творожок такой, там вкусный-вкусный. Вот, и еще сырок на завтрак. Йогурт. Это, о, этот, ягода лесная, со вкусом ягоды лесной. Вот такой сырок. А это я попросила, хочу этот суп сварить сырный. Может быть, я сделаю видео, тем более мама купила грибы. Будет, может быть, видео сделаем. Еще помидоры попросила купить, и сыр купим. Я буду делать горячие бутерброды. Наверное, сделаю видеорецепт. Специально сделаю такие для видео. Вот такой рецепт, видео бутерброды для видео специально сделаю. Вот так, что такие сладости. Ну, тут батончиков такого сладкого вроде мало. А в основном йогурты, коктейли вот вкусненькие и сырки. Ну, я тоже их ем. В основном мама больше их ест. Так что вот такие вот сладости.